наша тренер Бени Назарова. Судья, ее зовут Карен, сегодня специально прилетела из Палестины, она там делает шоу, ну не она, а там целая группа, она прилетела оттуда, чтобы судить сегодня на соревнованиях. Он там, в принципе, мама наша Бенина. Это девчонки, это сильная группа. Ну, в нашей школе, конечно, все. Сейчас последний танец будет танцевать сегодня. Уже 4 часа танцую. Танец называется Black Belt. Thank you.
скажем, нашего класса. Сегодня небольшие соревнования, это называется класс кэш, то есть соревнования между собой в классе. Okay, so round to the last competition, the call for competition. So this isn't for the best dancer, it's for the person the judge thinks could be brilliant or could be the best dancer at some point, that she thinks that there's potential more so. And whoever wins the call keeps this for a year, and then brings it back in the names to get engraved as they go along, whoever wins it every year. Michelle won it last year, so Michelle can't do the competition because it wouldn't be fair for like the person who won last year to get to do it again. If they win, no one else will get a shot. Мишель выиграла в прошлом году этот чемпионат, поэтому она не может делать в этом году его, что дальше с другим делать его. Выстроились претендентки. Вон мы принесли этот карт, вон там Катрин стоит, его не видно. Он стоял целый год у нас дома. Она меня, а я ее. Вон он стоит. Большой, красивый. Он у нас целый год дома стоял. Ой, Катрин, на подойди. Ну, переходящий. Вот теперь кто-то другой его возьмет. За сегодняшний танец. Это Бенина. Она тоже была ариш-дансер, но танцевала очень хорошо. Вот вырастила дочку такую большую, теперь это дочка наш тренер.